What's up? I'm Max and this is the Learn Natural Russian channel. Are you ready for Russian practice? Let's get started with today's conversation. Listen it and repeat it after me. At the end of this lesson, you will find new vocabulary explanation. Here we go! Привет всем! Как дела? Я Макс, и вы на канале Learn Natural Russian. Вы готовы к практике русского языка? Давайте начнем сегодняшний диалог. Послушайте его, а затем повторяйте за мной. В конце этого урока вы найдете объяснение новых слов. Поехали! Привет, Макс! Давно не виделись! Привет, Макс! Давно не виделись! Как дела? Как дела? Привет, Макс! Давно не виделись! Как дела? Здорово, Саш! Да, давно не виделись! Здорово, Саша! Здорово, Саша! Да, давно не виделись. Да, давно не виделись. Здорово, Саша. Да, давно не виделись. Все отлично. Все отлично. О, кстати, недавно я ездил в Пекин. О, кстати, недавно я ездил в Пекин. В Пекин? Вау! Ну и как там? Расскажи. В Пекин? В Пекин? Вау! Ну и как там? Расскажи! В Пекин? Вау! Ну и как там? Расскажи! Ну, сначала я гулял... Ну, сначала я гулял... По запретному городу. По запретному городу. Ну, сначала я гулял по запретному городу. Затем посетил пекинский зоопарк. Затем посетил пекинский зоопарк. А потом отправился... А потом отправился... В маленький ночной клуб. А потом отправился в маленький ночной клуб. Где играли рок-музыканты. Где играли рок-музыканты. Я танцевал. Я танцевал, пил пиво. И получил массу эмоций. Я танцевал, пил пиво и получил массу эмоций. Звучит круто!
звучит круто. В следующий раз позвони мне. В следующий раз позвони мне. Звучит круто. В следующий раз позвони мне. Я тоже хочу пойти с тобой. Я тоже хочу пойти с тобой. Договорились. 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 Okay, let's try to make conversation together. You ask me first. Здорово, Саша. Да, давно не виделись. Все отлично. О, кстати, недавно я ездил в Пекин. Ну, сначала я гулял по запретному городу, затем посетил пекинский зоопарк, а потом отправился в ночной клуб, где играли рок-музыканты. Я танцевал, пил пиво и получил массу эмоций. Договорились. Okay, now let's change our roles. I will be the first. Okay, here we go. Привет, Макс! Давно не виделись. Как ты? В Пекин? Вау! Ну и как там? Расскажи! Звучит круто! В следующий раз позвони мне. Я тоже хочу пойти с тобой. Okay, well done. This lesson is over, and now I will show you a translation for this dialogue. If you found this video helpful and interesting, I'd be so glad to get your thumbs up, and of course, feel free to contact me here below this video. You can ask me any question about this lesson or about Russian language in general. See you next time. Bye-bye. Пока-пока.